Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые сегодня в наших средствах массовой информации, с гостями нашей передачи. И я хочу их сразу же представить. Марина Адамович, она главный редактор нового журнала, который находится в Соединенных Штатах Америки. Марина, приветствую вас. Приветствую, Геннадий. И Олег Федоров, издатель, ему принадлежит издательский дом Олега Федорова. Олег находится в Киеве. Олег, приветствую вас. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Марина. Я должен сказать, что значимость вот таких изданий, как «Новый журнал», это старейший журнал за рубежом по отношению к Российской Федерации. Он был основан еще Иваном Буниным. Значимость вот таких журналов, которые не подцензурны, естественно, Российской Федерации, находясь за ее пределами, и таких издательств, как у Олега, издательство находится в Киеве, выпускает литературу на русском и украинском языках, эта значимость просто возросла необычайно, поскольку в Российской Федерации сегодня, прекрасно мы понимаем, что-то антивоенное, что-то противоречащее основной идеологии Кремля опубликовать практически невозможно. Вернее, никто и не опубликует, поскольку за это можно просто угодить в тюрьму. Так что я очень рад приветствовать и главного редактора нового журнала, и издателя киевского издательства в нашей программе. То, что вы делаете, неоценимо сегодня. Давайте перейдем теперь к нашим темам. Итак, начнем с американской. В Конгрессе прошло первое слушание, оно было инициировано депутатами-республиканцами. Я напомню, что с 3 января в Нижней Палате с небольшим преимуществом, но все-таки большинство республиканцев. Так вот, инициировано публичное расследование обстоятельств вывода в 2021 году американских войск из Афганистана и возвращения к власти в результате в стране талибов. Я должен сказать, что во время этих слушаний там досталось Белому дому, причем разным президентам, начиная с Джорджа Буша и заканчивая, младшего имеется в виду, и заканчивая Джо Байденом. Один из таких моментов, вот этот позорный вывод. Байденом было объявлено о том, что мы выходим из Афганистана еще 1 апреля. Планировалась дата выхода 11 сентября к 20-летию трагедии 9-11, 9/11. И можно было за это время, наверное, как-то подготовиться. Мы там оставили от 86 до 88 миллиардов долларов вооружения в Афганистане. И в немалой степени считается, что вот когда Путин посмотрел на то, как американская армия выходит из Афганистана, он пришел к выводу, что тогда, наверное, вряд ли можно оглядываться на Пентагон. И была развязана в результате, опять-таки, здесь не прямое, естественно, следствие, но ожидаемое. Была развязана война 24 февраля прошлого года в Украине. Марин, ваш взгляд, ваш комментарий по тому, что происходит сегодня в Конгрессе. Там, кстати, инициировано еще и расследование по COVID-19. Я думаю, что и расследование будет очень серьезными темпами двигаться по отношению к сыну Байдена, также Хантеру. Там тоже свои проблемы. Иными словами, я думаю, что нынешнему президенту не поздоровится. Сегодня республиканцы возглавляют различные комиссии в Нижней Палате. И эти комиссии будут бить по президенту, а там есть почему бить. Марин. Прежде всего, это положительное явление, что, наконец, проблемы становятся публичными, их рассматривают официально, и, я надеюсь, все-таки вынесут какое-то решение по всем перечисленным вами проблемам. Безусловно, здесь и пандемия, и как она проходила, и ее истоки, ведь и в прессе, и уж тем более в таком сарафанном радио всем давно известно все. Тем не менее, почему-то именно правительство не поднимало эту тему до сегодня. Аналогично проблема коррупции. Проблема отсутствия стратегических планов развития страны у нынешнего правительства. Я позволю себе высказать свою точку зрения. И, вернувшись к вашему первоначальному вопросу, совершенно позорный вывод, вот сама процедура вывода американских войск из Афганистана.
Тем не менее, понимаете, обвинять правительство Байдена в этом фиаско я бы не стала, потому что все-таки давайте вспомним, что весь сценарий начинался в 1978 году, первоначально в нем участвовал еще и Советский Союз, и это послужило одним из главных моментов крушения, когда стало понятно, что государство, Советский Союз не может дальше существовать. Но это отдельный разговор. Активно по решению United Nations, Организации Объединенных Наций, борьба с терроризмом, с талибами началась в 2000 году, а точнее после теракта 11 сентября. И она проходила. Поэтому говорить здесь о слабости конкретно армии Соединенных Штатов я бы не стала. Это не была война, это была операция, военная операция по борьбе с терроризмом. Она не предполагает прямых атак, и вы это знаете сами. Но вот факт вывода войск, вывода вот этих спецподразделений с территории Афганистана, вы знаете, это было сделано просто позорно. Ведь к тому времени уже Великобритания и другие союзные войска, а там была группировка, по-моему, порядка 50 тысяч объединенных, да, такие военные силы всех стран участвовали в этой кампании. И уже все вывели, армия Соединенных Штатов осталась последней. Надо было понимать, что это делается в принципе не так. Что я имею в виду? Как это не удивительно, я вам сейчас напомню историю с Африкой. Колонизация Африки, а потом в результате некого сопротивления африканского населения, там в 60-е, захватим 70-е годы, все империи оставили Африку. И что мы имеем? Мы имеем локальные, непрекращающиеся войны на этой территории. Знаете, я бы сделала еще, здесь провела еще более далекие ассоциации с легендой великого инквизитора Достоевского. Когда великий инквизитор пытался осчастливить это человечество, а в результате он его развратил и бросил, и сделал несчастным, и обрек на гибель. Вот что мы видим. Ведь вы понимаете, да, борьба с терроризмом, но, наверное, надо все-таки было подходить к этой стране не с имперских позиций. Я пришел, я тебя освобожу, я тебя сделаю счастливым. А имперское сознание в политике в этом направлении, оно присутствует, оно очевидно. Да, люди были брошены, люди, которые поверили в цивилизацию, поверили американской, не армии, а американскому правительству. Они оказались брошены. Ну да, здесь ряд ошибок, причем я должен напомнить нашим телезрителям, что в конце концов речь шла о том, что у Афганистана уже есть якобы боеспособная армия. На это был расчет. Мы, американцы, уходим, но армия Гани, президент Афганистана, он способен будет этим руководить. Оказалось, армия никудышняя, потрачена масса средств просто впустую. Деньги выброшены, что называется, на ветер. И в результате, кстати, Гани было предложено, и он покинул Афганистан, поскольку его успели вывести. Здесь, кстати, напрашивается параллель с украинской ситуацией, когда президенту Зеленскому та же американская сторона предложила покинуть Киев, поскольку понимали, что вот планируемый блицкриг, он должен состояться. Все разведки говорили, что будет Киев захвачен там в первые сутки, 3-5 дней, и все, и Украина сдастся. И вот в данном случае разные позиции, да, у президента Афганистана, который
без всякой надежды на то, что можно спасти Афганистан от талибов, они вошли в Кабул буквально там считанные дни. Там все происходило в течение 5-6 дней, и все, американцы сдались, они покидали просто в панике, в истерике. О чем, кстати, и свидетельствует вот на этих слушаниях показания ряда морских пехотинцев. Там сидел парень, который просто плакал, он говорит, я вспоминаю, как это все происходило, как погибали американцы, американские военнослужащие, говорит, это же кошмар то, что происходило. И здесь я бы хотел, Олег, чтобы вы прокомментировали, поскольку сам по себе этот выход позорный, он показал, наверное, Кремлю, он показал, что вот таково американское руководство, и не только Пентагон, но и Белый дом. И вот эта параллель, Зеленский отказался, он говорит, что я буду защищать страну. Гани согласился, и в результате вот сегодня Афганистан находится под руководством талибов. Олег. Я как раз, вы сняли с языка вот эти вот все как бы параллели и отличия, да, ситуации. Как раз об этом и думал, слушая Марину, с которой полностью согласен в части того, что она говорила. Но вот продолжение темы. Знаете, по большому счету, окончание вот первой четверти нашего нового века для меня выглядит как избавление от иллюзий, в которых пребывали и сильные мира сего, и не очень сильные мира сего. Ситуация, конечно, там в Соединенных Штатах будут разбираться о том, как выводились войска, находить причины, там, может быть, даже виновных в том, как это произошло. Вот, это надо делать. Но в корне всего лежала, наверное, иллюзия того, что мы сейчас выведем войска, но вроде как все наладили, армия существует, там худо-бедно будет существовать более-менее какой-то такой лояльный режим. Это была иллюзия, потому что рухнул как карточный домик в течение, там, по-моему, часов этот режим. И такое же избавление от иллюзий в отношении Украины произошло тоже, когда, вы правильно сказали, что в первые часы, дни полномасштабного вторжения России в Украину, в общем-то, сомнений, и мы отсюда, из Киева, ощущали это, что сомнений у Запада коллективного никакого нет. Просто речь идет о том, сколько мы продержимся. Там 3 дня, неделю, там, или пресловутое выражение Арестовича, 2-3 недели. Вот. И это оказалось иллюзией, потому что мир развивается по экспоненте, и неожиданное абсолютно являет нам вот чудеса, которые происходят в жизни, как в Афганистане, так и в Украине, то, что произошло. Потому что никто не ожидал, да, такого сопротивления украинского народа, вот, и такой политической воли у руководства нашей страны. Ведь помощь, пресловутые слова президента Зеленского, закройте небо, когда нас бомбили, помощь вооружением, когда нам давали, там, вот вам 12 джавелинов, там, или там сколько их было, обороняйтесь и так далее. На фоне вот тех ожиданий, которые говорят, это все действительно расставание с иллюзиями. И я считаю, что вот в этом вопросе, который у нас первым на повестке сегодня в программе, я бы отметил самое главное – это избавление от иллюзий. Мы начинаем жить в реальном мире. Не вот эти шаблонные представления о том, что где-то как-то вот оно должно по схеме какой-то происходить. Все схемы ломаются. Ну, кстати, Олег, я бы хотел сказать следующее. Ведь режим Гани, он просто пал вот в считанные дни. Поскольку талибан, он был очень влиятельный и остается влиятельным в Афганистане. И там было огромное количество, ну что, назовем их там, засланные казачки. Да, и в армии, и в правительстве. Отсюда армия распалась просто как карточный домик. Сопротивление талибам не было оказано. Все это, я еще раз говорю, там, считанные дни был захвачен Кабул.
Стамбул, и позорно бежали американцы. И здесь, наверное, имеет смысл такая параллель, ведь Россия вложила миллионы долларов в сферу влияния в Украине. Там тоже огромное количество было ФСБшников, каких-то разведчиков, каких-то лоббистских организаций, которые дали Путину, видимо, возможность прикидывать, что нас будут встречать с букетами цветов, там, я не знаю, с горилкой, с хлебом, с солью. Получилось не так. Тоже, мне кажется, здесь очень любопытно. Вот эти две ситуации, они кардинальным образом различны по результату. Олег. Да, это, повторюсь, это избавление от иллюзий теперь уже и Путина, который, может быть, там у себя в бункере и думает как-то там представлять ситуацию иначе. Но, тем не менее. Я, кстати, подтвержу ваши слова, что в Украине и сейчас тоже. Я ведь живу в Киеве, вот вчерашние бомбежки, все это на глазах. И я знаю много людей, которые, то, что называется там, склонны к коллаборации. Да? Вот. И ситуация, наверное, была похожа изначально на ту, которую явил Афганистан. У нас было много, на самом деле, людей, которые, ну, верили в русский мир. Просто что произошло? На самом деле, в первые же дни войны даже те, которые, ну, как бы, все не так однозначно, да, русский язык, Пушкин, Лермонтов, все это наше, как это может быть? Просто сама российская армия в одночасье разрушила вот это представление о России как о большой культурной стране, которая несет нам некую культуру там, или там, братские объятия. Вот. Это было разрушено на моих глазах. Сейчас эти же люди, которые, ну, я знаю, что они еще 23 февраля, это буквально на, как это сказать, на расстоянии вытянутой руки, круг моего общения. Эти же люди уже 24 февраля проснулись совсем иными. Вот Россия совершенно разрушила тот миф, который создавался вот Медведчуками и всеми остальными коллаборантами, которые были здесь у нас и при власти в том числе, сумела разрушить. Это великое искусство. Наверное, если можно так фигурально сказать, то Путину надо поставить памятник за то, как он распахнул свои братские объятия для украинского народа. Ну да, он в немалой степени, все его опасения, вся его паранойя, она в результате, ну, в реальности она реализована. Там приближение границ НАТО, Финляндия практически уже в НАТО, ну и так далее. Сейчас я не буду перечислять, постоянно мы об этом говорим. Марина, у меня к вам вопрос, я его не задаю Олегу, поскольку он живет в Украине, а мы с вами находимся в Соединенных Штатах. Ну вот продолжение этой темы, заседание различных комиссий. То, что я перечислил, к этому я бы добавил, что у меня есть надежда, будет создана комиссия и по событиям 6 января 2021 года. То, что Байден назвал вооруженное нападение, вооруженное, там не было ни у кого даже пистолета, вооруженное нападение на Конгресс. И вот на этой неделе вскрылись совершенно вещи, которые, ну, для меня они были ожидаемы. То, что мы видели в отдельных моментах, там тысячи записей, видеозаписей, которые были просмотрены ну, разными средствами массовой информации. Особенно они были поданы, понятно, Fox, на канале Fox, тот же самый Такер Карлсон, он выступил на эту тему. И видно, что те, кто вот эти все вот протестующие, которые ворвались там и так далее, погибла, кстати, только одна женщина, в которую стрелял полицейский, он ее убил. Она вошла как раз в Конгресс. На этих кадрах видно, что тот же самый Ряженый, который получил, по-моему, там больше 3 лет тюрьмы. Вот за то, что, я не знаю за что, он там положил ноги на стол Нэнси Пелоси. В общем-то, видно, как полицейские его водят как экскурсанта по коридорам Конгресса. Люди гуляют, ну, такое впечатление, что они тоже пришли на экскурсию. Там нет никакого вот такого массированного нападения, которое проводили как, ну, действительно, вот попытку государственного переворота демократы.
Штаты, когда у них было большинство в Нижней палате. Я думаю, что вот сейчас ситуация резко изменится благодаря тому, что большинство сегодня в Нижней палате у республиканцев, созданы различные комиссии, и будет, видимо, такая ситуация наоборот, как в свое время демократы просто палки в колеса ставили каждому шагу Трампа, начиная с 2017 года, когда он занял президентское кресло 20 января в день инаугурации. То же самое, видимо, сегодня будет и связано по отношению, сказано по отношению к Байдену, поскольку там есть за что критиковать, и я думаю, что и демократической партии не поздоровится. Особенно вот эта ситуация 6 января, которую ну, просто обсасывали в течение 21 года, весь 22 год, какой ужас, там около 900 человек под следствием находятся, причем кому-то грозит и 20 лет лишения свободы. Я думаю, что при сегодняшней ситуации вряд ли это произойдет, но я считаю, что это позор для Соединенных Штатов, вот это расследование, и так, как оно подавалось. Марин. Вы знаете, на самом деле эта ситуация очень интересная с точки зрения культурологии, а не политики. Что мы имеем? Вторжение в государственное учреждение – это нехорошо, это нарушение закона. Да и не в государственное, а в частное тоже. Тем не менее, вот та кампания, которая была развернута, та интерпретация, которая была дана этому событию, как чуть ли не захват власти, ну, мягко говоря, это не соответствует действительности. Это была стихия, народ, то, что мы видим на улицах Нью-Йорка, то, что мы видим там на улицах Тбилиси сейчас, да, это некий стихийный протест был. И, соответственно, и выводы нужны. Марина немножко зависла, да. Я говорю о том, что... людям приговоры были вынесены. Годами они должны будут сидеть теперь в тюрьме. Бесспорно, это беспорядок. Бесспорно, людей нужно за это наказывать. Да. Ну, я не знаю, там, общественные работы. Никто же не погиб. Да, побили стекла. Это хулиганство. Это однозначно. Я с вами полностью согласен. Противоречит нашему законодательству, противоречит всем установкам. Существует свобода слова, но когда она становится какой-то атакой на общественное учреждение, вы совершенно правы, на частное владение, это уже, ну, я не знаю, там, бандитизм, не бандитизм, это, наверное, неправильно, но это хулиганство. Да. Надо отвечать. Да, особо крупных размеров. Надо отвечать за это, бесспорно, но не 4 года за это получить, не 20 лет за это получить. И тут я соглашусь с вами, Геннадий, потому что дальше начинается очень интересная и совсем другая история. Это история кризиса политической элиты Соединенных Штатов. Более того, я вам скажу, что кризис политической элиты в нашей стране, он накладывается на общий кризис политической элиты в европейской цивилизации, вот в общем такой европо-американском пространстве. Я не касаюсь Запада, Азии и так далее, у них там свои игры и свои проблемы серьезные. И происходит это все от того, что мы имеем дело с совершенно иным обществом, коммуникативным обществом, которое формируется вот с конца 20 века. И это общество формируется совершенно иначе, чем традиционное. А работаем мы в рамках традиционного классического государства и традиционной классического, классически сформатированной политической элиты. Она беспомощна, оказывается, перед этим обществом. Она не выработаны механизмы, как им управлять. Нет стратегии. Я все время говорю о том, что у правительства нет стратегии развития страны. Они не понимают, как работать с этим обществом. Они не понимают, нет ни одной идеи. Отсюда идет агрессия, потому что власть удержать надо, а как ее удерживать, как работать с этим населением, нет никаких идей. Поэтому происходит такая overreacting, да, вот они слишком реагируют, и они неадекватно реагируют на ситуацию. Ну, оставим в стороне уже чисто практически политические цели, там, выборы, не выборы и так далее. Но проблема здесь... гораздо серьезнее.
Да. И понятно совершенно, что страдают... Страдают люди, когда вот в политических целях, в данном случае, это была атака на Трампа. И она продолжалась и в 2021 году, и в 2022 году, тем более после того, как Трамп сказал, что он пойдет кандидатом от республиканцев на выборах в 2024 году. Главная задача демократов – не допустить этого. Для них Трамп очень страшен. Да. А ведь вот. Вы понимаете, почему выиграл? С моей точки зрения, главный залог успеха был Трампа в чем? В том, что он не принадлежал профессиональной политической элиты, его большинство людей, которые устали от демагогии и от бездействия, к нему обратились как к своему, ложно своему, но тем не менее как к своему, как не человеку из системы. И это тоже очень показательно, и над этим надо задуматься. Ну, он же говорил о том, что он расчистит это Вашингтонское болото. Вот, да. То есть это как он раз было... Он правильные слова говорил. Он говорил правильные слова, и на них население реагировало. Избиратели на это реагировали. Это друзья, друзья... Сроками, понимаете, этих людей не остановишь. Им нужна реальная политика в государстве. Да, то, что мы наблюдаем сейчас, вот эти комиссии, заседания, думаю, сценарий только начали раскручивать. Конечно, мы будем свидетелями, как говорят в таком случае, запасайтесь попкорном. Мы будем свидетелями ряда очень интересных расследований и глубочайших выводов, я в этом уверен, исторических. Давайте, друзья, прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в передачу. Дамы и господа, продолжаем нашу программу «Пресс-клуб». С нами сегодня в гостях Олег Федоров, издатель киевского издательства «Друкарский двир» Олега Федорова, и Марина Адамович, главный редактор нового журнала, одного из старейших, наверное, за пределами Российской Федерации литературных журналов. Марина находится в Соединенных Штатах сейчас, а Олег находится в Украине, в Киеве. Олег, я так хочу перебросить мостик. Мы говорили о том, что вот ради того, чтобы утопить Трампа, вот эти события 6 января 2021 года, они так рассматривались под таким углом, что участники этих событий уже получили, там уже ряд людей, которые получили большие тюремные сроки, собственно, за то, что они участвовали в беспорядках. 3-4 года, до 20 лет кому-то грозит. То же самое происходит, в общем-то, и в Украине. Для того, чтобы проводить политику Путина, я считаю, что формула здесь единственная. Пока идет война, Путин жив. И как политический деятель, как руководитель Российской Федерации, так и физически. Поэтому и существует там представление о том, что война будет долгая, потому что он уже сам себя так загнал в угол, что уйти из этого не может. Но при этом, опять-таки, на заклание отданы люди. Причем как по одну, так и по другую сторону фронта. Вот так же, как ситуация 6 января. Потому что нужно преследовать Трампа, люди получают тюремные сроки. Потому что Путину нужна эта война, погибают люди, причем мы говорим уже, в общем-то, о десятках тысяч погибших, о десятках тысяч раненых. И я хотел бы, чтобы мы сейчас как раз перешли к украинской теме. Вот этот массированный ракетный удар по Украине, который был в четверг, столько кинжалов еще не выпускала Российская Федерация, при всем при том, что я смотрел вот по российским источникам, практически нигде не говорится, сколько каждый такой кинжал стоит, но вот российских источниках, ну, по крайней мере, в источниках на русском языке, я увидел, что один кинжал стоит 1 миллиард рублей. То есть это какое-то количество миллионов долларов. И всего в России 50 таких кинжалов. И там 6-7 было выпущено только в четверг. В общем-то, трудно понять, какова идея вообще вот этого ракетного обстрела. Он был самый массированный в этом году, в 23-м. Поскольку с точки зрения военной, никакого смысла в этом нет.
нет, тем более такие драгоценные для России терять кинжалы. Ну, попали в какую-то энергосистему там и так далее, украинцы уже привыкли жить и без воды, и без отопления, и без электричества, тем более, что это довольно быстро восстанавливается, о чем мы и с вами тоже говорили. Я посмотрел, такой кинжал, это, в общем-то, очень редкое такое оружие, его скорость 10-14 от 10 до 14 скоростей звука. То есть эта ракета, кинжал, она пролетает 4 километра в одну секунду. То есть вот такая скорость. И в данном случае на что идет Россия? На что она надеется? Я понимаю, что вы сидите в Киеве, и для вас самое главное это вот эти сигналы тревоги там, и так далее. Мало ли там, что в голове у Путина. Главное, чтобы работало ПВО. Но ПВО эти кинжалы не сбивает, о чем говорит украинская сторона. Иными словами, это что, пропагандистская задача таким образом решается? Поскольку я еще раз говорю, военная задача решена быть не может. Украинцев, как выяснилось, не запугать. Зимой их было не запугать, а у нас уже весна сейчас. Вот как вы считаете, какая задача преследуется? Это какое-то безумие? Геннадий, я и говорил уже об этом, и повторю, что, к сожалению, мы часто пытаемся понять логику Путина и его окружения, вот, и российскую, так сказать, оппозицию какую-то, на основании своих представлений о нравственности, этике, о военной стратегии, о истории и так далее. А это заблуждение, поскольку в основе, базово, в понимании мира вот, Путиным и его окружением лежат иные ценности, вот, и поступки, соответственно, с нашей точки зрения, не могут подвергаться анализу. Вот я не могу сказать, какая логика в этом поступке Путина, его вооруженных сил, когда они обстреляли Украину, ну, по нашим оценкам, тут говорят, 6 да, этих кинжалов, вот, которые мы, да, не сбиваем, мы не сбиваем еще там 2-3 типа ракет, которые ПВО просто не имеет возможности сбивать. Употребили. Но вопрос поставлен, я попытаюсь. Хотя я же повторю, что невозможно оценивать логику Путина, да, с точки зрения логики нормальных людей. Вот. Ибо базово все у них иначе. Вот. А ну что там, разные есть мнения. Я скажу так, я не военный эксперт и не претендую абсолютно на лавры эксперта в, этой, в этом смысле. Говорили, что это апробация, да, то есть это попробовать, посмотреть на реакцию Запада, Украины, проверить, собственно, это оружие, да, как оно в реальности действует. Опять-таки, с точки зрения нормальной логики, никто не знает количество кинжалов у России. Цифры разнятся. Говорят, одни говорят 14 всего, от 14 до 47, по-моему, там насчитывают. Вот. Ну вот взяли значительную часть драгоценнейших для России, потому что новых произвести они, по-моему, сейчас и не могут, такого типа ракет. Истратить их на то, чтобы победить трансформатор в Голосеевском районе города Киева, ну, где тут логика? Вот. Значит, скорее всего, что это попытка продемонстрировать урби-эт-орби, да, миру и граду, то ли свои возможности, то ли запугать, то ли, ну, в общем, то ли действительно попробовать это оружие в действии. Марина, а как вы видите эту ситуацию? Или здесь какая-то такая ненависть к Украине, что называется, ничего не жалко? Ни своих людей, ни своих кинжалов? Ну, я могла бы сказать, что чужая душа потемки, а черная душа – это просто мрак кромешный. Но не знаю, что двигало. Однако в контексте общей ситуации, когда продолжаются санкции и все время новые пакеты санкций вводятся, когда Европа не собирается идти на попятные, на переговоры, это можно расценивать, вот этот массированный, довольно бессмысленный с военной точки зрения, так сказать, эту операцию,
этот удар, можно расценивать как попытку уже уставшей администрации российской, уставшей от того, что планы-то провалились, и что дальше делать. Здесь так просто по-английски не уйдешь молча. Вот. Так вот, попытку показать, что нет, мы сильны, поэтому все-таки переговоры надо начинать. Переговоры, ну, мирные, на каких-то не очень проигрышных позициях для Российской Федерации. Как вариант, возможно, такая точка зрения. Все остальное действительно выглядит, ну, оно страшно. Каким-то безумием, да? Олег, Олег... Начать размышлять, то это просто бессмысленно. Олег, вот при этом Бахмут стоит. Опять-таки, не запугать украинцев, и здесь возникает вопрос, стоит ли его отстаивать дальше, поскольку, ну, с одной стороны, происходит утилизация, да, то, что называется, как это ни прискорбно говорить, негуманно по отношению к погибшим, утилизация просто российских военнослужащих и тех, кто был мобилизован после объявления всеобщего, частичной, простите, мобилизации, их поэтому и называют чмобики, да, вот, и Пригожин привлек, говорят, десятки тысяч, там, от 30 до 40 тысяч вот этих зэков, которые пошли просто-напросто погибать, рассчитывая на то, что они выживут, и их, им скостят срок их, да, вот просто его как бы аннулируют. С одной стороны. С другой стороны, я себе представляю, насколько сложно было принять военному командованию ВСУ вот это решение, поскольку при этом погибают, там один к семи, погибает один украинец, при этом погибает семь российских солдат и офицеров. Насколько сложно было принять это решение, поскольку говорят о некоем стратегическом плане. То есть Бахмут оттягивает на себя российские силы, в то время не давая возможности как бы нападения, вот это глобальное нападение, о котором мы говорили, по-моему, оно уже заканчивается, мы так его и не увидели со стороны Российской Федерации. При этом Украина накапливает силы для контрнаступления. Ну вот Бахмут, он как бы вот эту задачу решает, оттянуть от себя, оттянуть на себя российские войска и дать возможность сосредоточиться войскам украинским. Олег. Я скажу так. Помните нашу прошлую или позапрошлую беседу, когда вы спросили меня, ну вот все идет к тому, чтобы, значит, украинская армия пошла на Херсон, а я сказал, что, на мой взгляд, будет поход на Харьков. Вот. Тогда в конце программы как раз это прозвучало. Да, все были уверены, что будет украинская армия наступать на Херсонском направлении, вот, а случилась Харьковская операция. И я тогда каким-то чудом это все, ну, предчувствовал, что вот так. Потому что мне не верилось, знаете как, война – это кто кого переиграет. И абсолютно не стоит доверять ни нашим военным стратегам, которые вот так очевидно высказывают какие-то свои планы, ни российским. Это понятно все. Все, что говорится в эфирах, где-то транслируется средствами массовой информации от наших военных, не обязательно правда, потому что идет война. И кто кого переиграет, это самое главное. Поэтому я скажу вам так, что когда высказывается точка зрения о том, что вот Бахмут удерживает, там приехал сырский генерал, оценил обстановку, сказал, будем стоять, наверное, я не отрицаю, возможно, так будет. Да, и это, возможно, сейчас такой тактический план существует. Но это не обязательно абсолютная правда. Вот. Может произойти совсем другое в другом месте с гораздо больше, более серьезными последствиями для российской армии, скажем так. И это и будет тот момент, кто кого переиграл. А если исходить из того, что у нас сейчас вот доступная информация в открытом доступе, что, как говорится, то, ну да, идут такие разговоры, что удержать Бахмут не для того, что там города-то нет, собственно, там руины, вот, что удерживать его, чтобы перемалывать, то, о чем вы сказали,
потенциал российской армии, отвлекать от какого-то иного там маневра и так далее, и так далее. Возможно. Но я опять-таки решусь на предсказание, что развязка этого всего произойдет совершенно неожиданная, в неожиданном месте, в неожиданное время, и вовсе не Бахмут будет в этом как бы главной точкой. Да, вполне вероятно, что неоднократно мы наблюдаем и наблюдали. Действительно, я согласен с вами, я тоже об этом говорю. Война – это искусство обмануть врага, обмануть соперника. Это, в общем-то, известно. Ну, будем смотреть, как будут развиваться события. Марина, на этой неделе директор национальной разведки, ну, это так, ежегодный как бы отчет, она выступила, Аврил Хейнс, и она сказала, что Путин намерен вести войну годами. Здесь разговор идет о том, что сейчас у Российской Федерации и оружия недостаточно, и боеприпасов недостаточно. Если они опять-таки объявят новую волну мобилизации, говорят о 400 тысячах, каким образом они все это логически разрулят, логистика там совершенно не работает, все хромает. Объявленная мобилизация в прошлый раз, 300 тысяч, они до сих пор не знают, как с этим справиться. Иными словами, война на истощение, но это на истощение прежде всего своей собственной страны. Я еще раз говорю, пока идет война, Путин и физически жив. Иными словами, для того, чтобы сохранить свою жизнь, для того, чтобы сохранить свою власть, война на долгие годы за счет уничтожения получается России. Я сейчас говорю только о России. Марин. Здесь на самом деле два вопроса. Первое – это вот заявление о Путине, который был готов вести годами до конца своей жизни. Я не знаю, на что готов Путин. Но в самой этой формулировке со стороны официального лица Соединенных Штатов Америки я не вижу ничего, кроме пропагандистского хода. Понимаете, нужно все-таки аналитику заниматься анализом ситуации. Один маленький нюанс. Если раньше, в прошлом году, вся эта война называлась спецоперацией, и за слово «война» давали реальный срок, то теперь уже в СМИ российских вполне фигурирует слово «война». То есть все меняется, и не знаю этих планов. Вопрос второй, который прозвучал в ваших словах, это о гибели самой Российской Федерации как государства. Дело в том, что все началось гораздо раньше. Все началось со Сталина, с объявления возможности построения... Вот, это не парадокс, дослушайте. С объявления возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Вот если он возможен, это значит, что... идея интернационализма, на которой всегда стояли коммунисты, она превращается в идею патриотизма. И вот эта вот цепочка Маркс, Ленин, Сталин, она на самом деле была заменена на ложную историческую связь, якобы там Петр Великий, Екатерина Великая и же с ними, и Сталин в конце, и дальше после Сталина. Речь идет уже о патриотизме. Мне кажется, что нынешнее правительство Российской Федерации, оно вполне подвержено тем самым советским стереотипам. И оно не понимает, что имеет дело с другой страной, с другим государством и с другой цивилизацией, в принципе. А пытается... переиграть, вернуться в состояние, в форматы Советского Союза. И это само по себе уже губительно, это само по себе уже самоубийство. Поэтому ничего хорошего я здесь не вижу. И причины на самом деле начала войны против независимого государства Украины я вижу именно в этом.
Ну, кстати, Олег, я хочу... Да. Как свою территорию, понимаете? Да. И это невозможно перебить. Олег, вот Авриил Хейнс, она говорит, Путин намерен вести войну годами. С одной стороны, он намерен, с другой стороны, а кто ему даст? Запад, он категорически против этого. Разговор идет о том, что если говорили о том, что Украина должна победить в начале, но как-то Россия не должна проиграть, то сегодня, по-моему, однозначно эта установка после всех Рамштайнов, после всех международных встреч – Украина должна победить, при этом Россия должна проиграть. И здесь, мне кажется, смыкаются интересы Запада, Украины и Китая. Китай тоже не хочет длительной войны, поскольку для него, для Китая очень важна торговля. Я уже не говорю о том, что несравнимы обороты торговые между Россией и Соединенными Штатами, да и Европой тоже, для Китая. И вот здесь интересно выступление и Си Цзиньпина, и главного дипломата Гана, который возглавляет Министерство иностранных дел Китая. Кстати, не умолкают разговоры о скором визите Си Цзиньпина в Москву. Иными словами, вот такие медоточивые такие разговоры о том, что мы, Китай и Россия, мы навек и так далее, мы поддерживаем тесные связи, благодаря нам вот, существует как бы отсутствие двух полярного мира, и ну, за нами едва ли не светлое будущее. Вы считаете, что нужно вот так вот прямо и воспринимать вот все эти заявления китайской стороны, или за ними кроется некая такая стратегия? Понятно, что Кремль это воспринимает с воодушевлением. Нас поддерживает Китай. Насколько Китай вообще готов поддерживать сегодня Россию? Как вы считаете? Да, интересный вопрос. И он в том, что на самом деле вот первая четверть 21 века расставляет точки над «и», избавление от иллюзий, о которых мы говорили. Первая из них, самая важная для меня тут в Киеве, это стало очевидным отсутствие, точнее так, вот это лжевеличие России. Вот, величие как армии ее, так и культуры, которая там при последние 30 лет в Российской Федерации культивировалась, не явила миру ничего великого. Вот, практически, я не знаю, можно спорить с этим, но я не могу назвать ни одного имени там, в области культуры, там, который мирового уровня. Вот. И вторая армия мира, так называемая, которая застряла здесь под Киевом и была просто... разорвана на куски теробороной, ребятами в кроссовках и тренерках. Вот. И поэтому нет никакой великой России. Как это ни обидно звучит, может быть, там русским людям и вне России пребывающим. Но Россия есть. А вот великий Китай, он есть как мировая держава, как вторая экономика мира. Вот. И в этом смысле, естественно, что российско-китайские, или точнее китайско-российские отношения, они сейчас такие вассальные для России. Вот. И для Китая Россия – это инструмент в действительно экономическом и политическом состязании с Соединенными Штатами Америки. И тут вы абсолютно справедливо заметили, что торговый оборот Китая с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, он просто несоизмерим с тем, что получает, чтобы экономическими отношениями с Российской Федерацией. Там, собственно, идет выкачивание полезных ископаемых, освоение там Зауралья. Вот. Недавно меня поразило, я не знаю, это я прочитал в интернете со ссылкой на авторитетные источники, но 100% правда это или нет, но сейчас уже вот в Китае в открытую называют города российские на Дальнем Востоке китайскими названиями. Я их не воспроизведу по-китайски, но вот Владивосток там и так далее, Хабаровск, все они звучат в Китае уже на китайском языке, чего не было еще совсем недавно. И вот это и есть демонстрация того, что происходит в отношениях этих двух стран. Это, Олег, это была карта выпущена китайцами, где все эти города названы по-китайски. Но, кстати, ни для кого не секрет, что в Сибири уже в поселках городского типа, в каких-то деревнях, там просто по-русски не говорят, поскольку такое засилие китайцев.
китайцев, которые женятся, выходят замуж за русских. Вот в этих семьях рождаются дети, они все китайцы, все они похожи на китайцев. И они говорят с детства, они говорят на китайском языке. Мне кажется, что они... Ну, есть такой известный анекдот, когда там, я сейчас не буду его говорить, рассказывая долго, когда мексиканцы, которые работают в еврейском бизнесе, здесь у нас в Нью-Йорке, вот, они говорят на иврите или на идыше, там, и один другому говорит, что вот там мы живем в Америке, вот это и есть английский язык. Они думают, что они говорят по-английски. То же самое, мне кажется, дети, они просто не понимают, что они живут в России, и там говорят все по-русски. Вот в этих городах, в этих поселках, там все говорят по-китайски, это абсолютный захват, захват Сибири. Да, ну мир дан нам в ощущениях, в реальных, правильно? Они рождаются в китайской деревне, да, фактически где-нибудь, вот, и общаются с китайскими своими родителями и их коллегами, и почему это должно для них быть Россией. Вот, хотя это территориально, наверное, Российская Федерация. Вот, так что, мне кажется, что Китай, конечно, вступает в эту игру, и я думаю, он мотивирован, потому что очень хочется вот такую версию озвучить. Прекрасно понимают и Си Цзиньпин, как и многие политики в Европе и в Соединенных Штатах Америки, что Россия не победит. Вот формат ее поражения сейчас, наверное, самое главное. То есть как это будет решаться. Поэтому Китаю нужно каким-то образом в этот конфликт, в эту войну войти. Вот и происходят такие там предложения о переговорном процессе, там, мире и так далее. То есть Китаю нужно вскочить в этот последний вагон перед тем, как Россию начнут, что называется, дербанить и там отхватывать куски от этой победы. В какой форме вот это будет решаться, и Китаю важно оказаться за этим столом. Переговорным, там, непереговорным, каким угодно, решение вопроса, что делать с Россией дальше. Поэтому им, наверное, самый такой выгодный способ войти в этот процесс, это демонстрируя как бы поддержку с одной стороны не то, что России, а как бы того, что надо мириться, ну, вроде бы как и демонстрировать лояльность там российским каким-то действиям политическим. Но главная цель – войти в процесс дележа, скажем так, России. Ну да, главное успеть. Да, Марина, вот здесь у меня вопрос. Мне кажется, что последние действия Соединенных Штатов, это касается самых разных направлений. Это вот избитый этот зонд какой-то метеорологический. Это и на этой неделе состоявшееся заседание по поводу, в Конгрессе, по поводу китайской компании TikTok, которая вроде бы частная, но мы прекрасно знаем, что при сегодняшней такой уже стремлении Китая к авторитарному управлению, там частных компаний нет. Там, если компания крупная, она находится под эгидой государства. Я должен сказать, что раскручивающаяся тема ковида, Трамп в свое время говорил, что это китайский вирус, ему говорили, ну нельзя, это такие заявления неэтичные, российские там, и так далее. Сегодня приходят к выводу, что это, скорее всего, лаборатория в Ухане. Вот все это, мне кажется, предупреждение Китаю из Соединенных Штатов Америки. У нас уже все понятно с Украиной и Россией, не встревай, не влезай. Марина, очень кратко, у нас время подходит к концу. Я также воспринимаю этот процесс. Я хочу поставить акцент на том, что мы забываем, при том, что китайский бизнес, он лидирующий, и Китай действительно один из претендентов быть лидером мирового пространства. Коммунистическая страна с определенной идеологией. И очень легко в известных рамках, развивать бизнес, развивать государственный управляемый капитализм. Но, как любое антисистемное образование, вот такое идеократическое образование, коим является Китай, это все-таки антисистема, и это все-таки довольно агрессивно, имперски агрессивно. И поэтому здесь сдерживать нужно. Что касается участия в украинском сюжете, то да, Китай хочет и здесь тоже посидеть и что-то для себя выгадать в этом. Он заинтересован. Но мы не должны забывать, что это опасное государство.
это опасное государство. И обратите внимание, что Си Цзиньпинь переизбран на третий срок, и ради этого изменили Конституцию. Понимаете, что подобные государственные образования, они тяготеют к диктаторским форматам. Друзья, время подошло к концу. Марина, да. Олег, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо. Дамы и господа, благодарю вас за участие в передаче, за ваше внимание к передаче. Прощаюсь с вами. До следующего эфира. Всего доброго. До свидания.